Большое спасибо за эту приятную, замечательную компанию. Тем более я сейчас вспомнил, что нас с Таней познакомил как раз Игорь Сид. Когда-то. Ну, я хотел бы несколько слов сказать, как бы продолжая немного тему, затронутой Марианной, и, может быть, отчасти где-то подтвержденную вот Павлом в тех стихах, которые он прочитал. Знаете, просто два слова буквально. То, что в украинской... Да, кстати, перевод-то будет иметь, Таня? Да, поэтому не будет такого немножечко. Okay, so Mikhail Supotin is going to add a little bit along the lines, along the issues that were raised by Mariana Kianowska, and also that were sort of sounded out in poems of Pavel Godin. Значит, вот Марианна сказала о том, что изживается в украинской поэзии высокомерность, и то, что сейчас украинские поэты и вообще деятели искусства, художники, они чувствуют себя в центре внимания, как бы культурного внимания всей Европы и всего мира, вероятно. Это очень... Да, переведите, пожалуйста. So, if you remember, Mariana was talking about the fact that Ukrainian poets stepped away from the hate speech, they stepped away from haughtiness, and found themselves in a unique situation. They feel like they are now placed in the center of attention in Europe, in the West, in general. Mm-hmm. Это было и у нас. Это было, например, в 60-е годы, когда вновь прозвучали эти слова Маяковского, сказанные еще раньше. Улице нечем кричать и разговаривать. The same situation that Russian poets found themselves in, the same situation in the 60s, when the words by a Russian, very famous Russian poet at the beginning of 20th century, Vladimir Maikovsky, about the fact that the streets took on the language of poets as their own, because they had no language of their own, became reality. Mm-hmm. Этот вопрос стоял очень остро. Это был один из самых острых вопросов тогда для настоящего искусства, того, который был тогда у нас. Вопрос о том, что язык чреват идеологией, всегда чреват идеологией, и нужно вернуться к тому, что является природой поэзии, попросту к речи, к живой разговорной речи. Улице нечем кричать, разговаривать. So, the main problem then, and I guess now in Ukraine, is that the language of poetry was always very charged by politics, by ideology, and the task of poetry was to return to the original, to its original, to its origin, which is simple speech, simple everyday speech, the language, the words that can be used by everybody, by the streets, by the people from the streets. То есть речь была понята как природа поэзии, и, собственно, она и стала основой поэзии таких поэтов, как, например, Игорь Холин, или с его барачными стихами, или, например, Всеволод Некрасов. Собственно, вся его поэзия, она речевая поэзия, никак не языковая.
и поэтому она актуальна и важна до сегодняшнего дня. Я услышал в ваших стихах и Марианна, и Павел как раз именно это. Это очень ценно, и мы желаем вам всего самого хорошего на этом пути. Удачи! Mikhail is saying that this return of poetry to its origin, to the word, to the language itself, is very important. And what he heard, this renewal of poetry, renewal through language, through speech, was this is a something very important, very precious that he heard in poems by Marianne and Kianowska and Pavel Golden, and he wishes them luck in the mission of renewing the poetic language. Есть еще одна очень важная вещь, которую необходимо сейчас сказать. Дело в том, что я неоднократно слышал и слышу о том, что между украинцами и между русскими, вообще между нашими культурами, возникла какая-то стена. Стена даже какой-то ненависти. Она может быть объяснена современными событиями, там, тем, что сейчас происходит. Это очень понятно. Но я хочу сказать, что тут очень важно не путать отношения наций и отношения к системе. Потому что за 20 последних лет произошла смена систем и в нашей культуре, и точно так же, видимо, и в украинской. То есть, как бы появился новый эстеблишмент, который сменил то, что было до него, вот в советское время. Понимаете, был Евтушенко и Вознесенский, а теперь мы имеем таких представителей нашего эстеблишмента, как Кибиров, Ганлевский, отчасти даже Рубинштейн, тот же самый Шендерович. Я не случайно называю эти имена. Это были те авторы, которых пригласили на конференцию Ходорковскую, которая проходила весной в Киеве. Пауза. The vision of a situation here, the common vision of a situation here, is that there is a great divide, a wall, in fact, built between Russian and Ukrainian people. But one shouldn't forget that we should distinguish between nations and systems, because in the past 20 years, the system has changed dramatically, both in Ukraine and in Russia. And he was talking about the fact that people who mattered, in particular in literature, in poetry, have also changed. In particular, in the past 20 years, there were new names in Russian poetry. Such as Kibirov, простите, Ганлевский. Кибиров, Рубинштейн. Ганлевский. Сергей Ганлевский. Литературных премий, да-да, современных. These people in particular participated in a conference that was organized by Russian dissident. Что произошло на конференции? Украинцы с русскими немедленно поругались. Это произошло, это было видно очень хорошо, особенно среди представителей СМИ. Единственные только правозащитники более-менее нашли общий язык. Получается так, что отношение к своей системе переносится на своего соседа. И это одно. А другое дело, это то, что объединяет нас за пределами этой системы. Это очень важно понимать. Это большая разница. So what happened at this conference organized by Khodorkovsky
is that Russian and Ukrainian participants immediately got into a fight. And that was particularly apparent for journalists, for people who work in the media. And in Mikhail's opinion, this is the indication that the feelings towards a system, towards a state, so to speak, is translated onto people, onto a nation. And that's something that tragically happens on both sides, on Ukrainian and on Russian. То, что читал Игорь Стив, он читал перевод Жадана, из Жадана «Продажные поэты 60-х». Можно было бы сказать, мне бы хотелось сказать «системные поэты 60-х», но дело в том, что не только 60-х, но и 90-х. So, Igor Sid was in the beginning of this evening read his translation from Jadan's poem, of Jadan's poem about poets of '60s and how they were basically corrupt and sold to the system, to the state. But what is probably more accurate is to say that they were not sold to the state, but born of the state. They were integrated into the structure of the state. The same is true for poets of '60s and '90s and even now. Я хочу показать одну книгу, которая вышла совсем недавно. Значит, это вот видно, да? Mm-hmm. Это некрасовский номер журнала «Слово и культура», который вышел недавно в городе Минске. Это издание, университетское издание, всего 50 экземпляров. Номер весь посвящен Всеволоду Николаевичу Некрасову. Здесь его, переводы его стихов на украинский, на белорусский и на чешский языки. По-моему, замечательные переводы на украинский. Если удастся где-то прочитать эту, достать эту книгу, посмотреть, она действительно маленьким тиражом только вышла. Было бы просто замечательно. Я хотел бы одно стихотворение маленькое отсюда прочитать, а потом свое. И на этом тогда все. Here what Mikhail shows us is a book recently printed in Minsk, in Belarus, of Russian poet who began to work in the 60s, Всеволод Некрасов, and in this university edition there are translations in Russian, Belarusian, Polish, Czech language of his book, and Mikhail is also specialist of this poet and writes philological critical articles on his work, so he will read one short poem. Это маленькое стихотворение о Крыме. У него вообще есть много стихов о Крыме, и в частности, да, и об Украине тоже, кстати, потому что он жил в Мариуполе все свое детство и очень хорошо это память сохранил на всю жизнь, писал жизни об этом. Это маленькое очень стихотворение, написанное по-русски. С самого края Крыма, самого-самого края, морская вода, морская вода, морская вода, морская. Это где-то конец 60-х, очень старое. Всеволод Некрасов, he usually writes very, really short poem, very like descriptive. It's a moment, at a definite place, a definite moment. He just notes what he sees. It's concrete poems.
poetry. So here is a poem about Crimea, which he wrote a lot about. So it's, here is on the very border of Crimea, there is sea, there is water, salt water, on the sea. Да. Ну, я прочитаю. Да-да. И теперь прочитаю свое стихотворение. Оно обращено, в общем, к единой Украине. То есть, да, первое, а? К единой Украине. То есть можно сказать каждому, кто, в общем, за это единство Украины. Написано оно в апреле, 18 апреля 2014 года, сразу, вот буквально на следующий день после пресловутого ответа на вопросы этой большой, значит, была передача, трансляция ответа на вопросы президента по поводу событий в Крыму. «Только не отводи взгляд, смотри прямо на него, пока он на тебя». И мы тоже будем прямо на него. Чувствуешь? Он чувствует. Что мы чувствуем, что ты. Ты только не отводи взгляд. И есть, и будешь. А вот мы-то, умы, стараемся прямо на него, как в сети. Все в сети, все в усердии, колеблемы вне системы. Хоть держать его на виду, на взгляде, отвести беду. Он свое не любит делать, чтоб когда все смотрят. Конопка, упование, да халвы ему, да жертву ему хвалы. Да пожди, пожди, пусть пожрет, пусть только бы не тебя в жертву. Спасибо.